Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос. Мы продолжаем проходить Робокопа. Так, у него монитор сломан, надо бы починить. Так, а куда нам? А, нам, наверное, вот куда-то сюда. Черт возьми, да когда его уже починят? Я бы на том месте не надеялся. ОСП наше оборудование и цента не потратит. Так, а вот и моя любимая машина на страже закона. Ладно, займемся делом. Ну что, чинить будем? Присядь, пожалуйста. Вот так шрам. Но я уверен, что твоему противнику еще больше досталось, так ведь? Вы мне не доверяете. Не обращайте внимания, я пока это сниму. Слушай, Робо, дело такое. Старик недоволен твоей работой. Я предложил отправить тебя на металлолом, но он хочет тебя починить. Да уж, красавчик. Ты умеешь впечатлить девчонок. Ему не больно? Больно? Дамочка, это машина, он официально труп. Можем делать с ним что угодно. Нет, мэм, мне не больно физически. Мы внедрим тебе небольшой чип для мониторинга. Он будет отслеживать и проверять твою систему в реальном времени, чтобы мы поняли, какого черта с тобой творится. С этого момента за твоей работой будут наблюдать, и она будет оцениваться. Так что веди себя хорошо, ясно? Чип установлен. Посмотрим, что тут у нас. Оценка Робокопа. Второстепенные задания, главные. Далее. Так, расследование. Общий рейтинг Б. Так, навыки. Каждый раз, когда вы переходите на новый уровень, а здесь еще и прокачка, оказывается, есть, вы получаете очко навыка, которое можно потратить на развитие навыков. Развитие навыков повышает вашу эффективность, а также позволяет получить уникальные преимущества и открыть предпочитаемые опции в диалогах. Нажмите K, чтобы открыть экран навыков. Ну-ка. Интересно, интересно. Так, броня. Щит на 80%. Нифига себе. Выносливость. Медленно восстанавливает. О, авторегенерация. Ну, это, кстати, сильно. Наверное, имба. Так, инженерия. Рывок. А, турели, смотрите, как тут все прям. Тут что, замедление. Критический урон удваивается. Улучшенное замедление. Ага, типа комбо. Сканирование. Дедукция, улучшенное сканирование, улучшенная карта, улучшенное обучение. Получаете на 30% больше очков опыта. Психология, повышенное доверие народа. Так, эмпатическая обработка. Мощного Робокопа прокачаем. В урон и ударную волну. Вот это вот. Так.
активировать. Ага. Все. Ударная волна появилась. И 10% урона дополнительно. Так, сохранить навыки. Все. Я уже вижу нежелательную активность гиппокампа. Нужно за ним понаблюдать. Все остальное, кажется, установлено верно. Чтобы убедиться, проведем небольшой тест. Нужно удостовериться, что все цепи в порядке. Назови свои основные директивы. Служить обществу, защищать невиновных, соблюдать закон. Замечательно, никаких нарушений, но, как и при любом обновлении, обязательно сходи в тир. Возможно, тебе потребуется калибровка. Это все? Нет, не совсем. Доктор. Конечно, прошу прощения. Меня зовут Оливия Бланш. Я полицейский психолог. Я специализируюсь на работе с офицерами, которые перенесли эмоциональное потрясение. Эмоциональное потрясение? Ну вы тогда и с микроволновкой поболтайте, а то она у нас тоже поломалась. ОСП интересуется, согласитесь ли вы общаться со мной в рамках процесса оценивания. Я заметила, что к работе ваших механических компонентов относятся с большим вниманием. Однако один из аспектов вашего устройства неприемлемым образом игнорировался. Это ваша человеческая сторона, ваш мозг. Согласен, будь моя воля, и я бы его вообще убрал. Как считаете, доктор? Меньше забот. Меня заботы не пугают. Что скажете, офицер? Вам было бы интересно посотрудничать? Я не уверен. Робо Рид собирает всех в конференц-зале через 5 минут по поводу новенького. Извините, доктор Бланш, меня ждут в другом месте. Но... явиться в тир. Что тут скажешь, мы попытались. А теперь все за работу над... какой херней вы там обычно занимаетесь? На этой телестанции такая жесть творилась. Хорошо, что Мерфи был с нами. Так, зависло. Мерфи, ты мне не поможешь? Что такое, офицер? Рид уже в конференц-зале, у меня работа не в проворот. Нам поступает столько обращений, что я не успеваю их обрабатывать. Тут полный переполох. Сможешь открыть еще одну линию и помочь мне? Я здесь, чтобы служить обществу. Что у него с зубами? Вставай за стойку. Ты мой спаситель, Робо. Открыть новую линию. Линия открыта, пожалуйста, встаньте в очередь. Офицер, у меня проблема. Мои соседи враждебно ко мне настроены. Думаю, они завидуют, что я завел нового пса. Иначе почему они так бесятся, когда я вывожу его на прогулку? Как его зовут? У него роскошный рыжий окрас, поэтому я назвал его Пожар. Он иногда прячется, и тогда я зову Пожар, Пожар, чтобы его найти. Ну так вот, офицер, вы сделаете что-нибудь с моими соседями? Ну так он... он это, он таким образом только лишний раз... То есть он говорит, он орет пожар, а пожара нет. По сути, он нарушает общественный порядок. Но, типа, он же, наверное, не специально, просто он неудачное имя придумал для собаки. Я думаю, надо просто ему предупреждение дать, чтобы он пса переименовал более корректно.
Нет, но вас я отпущу с предупреждением. Ну и ладно. Я не против заплатить за то, чтобы быть хозяином самого милого пса в Детройте. Следующий, пожалуйста. Офицер, у меня для вас кое-что есть. Я знаю, где найти разыскиваемого преступника. В объявлении сказано, что за информацию полагается вознаграждение, и я хочу его получить. Расскажите мне подробности. Ты что, слепой? В объявлении моя фотография. Вот я и пришел. Давай сюда деньги. Вынужден вас задержать. Ладно, но вознаграждение-то мне дадут, да? Ну, раз уж он сам явился... ...на сокращение срока. Я, конечно, не на это рассчитывал, но тоже пойдет. Вернуться в тюрьму было бы неплохо. Свободная жизнь — штука утомительная. Увидите его. Следующий, пожалуйста. Офицер, мой сын пропал. Сколько ему лет? 24, но он никогда не пропадал так надолго, не сообщив мне. Как давно он пропал? Чуть больше 2 дней назад. Взрослые не считаются пропавшими, если прошло менее 72 часов. Прошу вас, офицер, пожалуйста. Тут что-то не так, найдите его. Ну, это как-то... Конечно, жаль ее. Это человечность какую-то, да? Показать. Мне нужны подробности. Сообщите его имя и адрес. Джордж Элкинс, Орчард Авеню, 7706. Сейчас я проверю. Вашего сына нашли мертвым 2 часа назад. Что? О боже! Жесть. Спасибо за помощь, Робо. Он сказал не Робо, он сказал Мёрфи. Он сказал Мёрфи. Вниз. В тир. Ой, я ничего не вижу. Все зависло. Все зависло. А, во, все отвисло. Да что такое? А, вот тир. Мёрфи, я слышал, тебе назначили калибровку. Подходи поближе и жми на кнопку. Порог для OCP 50 очков. Для тебя это не составит труда. Что с компьютером происходит? Да что с компом? Никогда такого не было. Отлично. 220 очков. А у этих сколько? Не написано, да?
Нет, с компьютером точно что-то не так. Потому что у меня сегодня Ops, которым я видосы записываю, он с 10-го раза только запустился. Впервые такое. Мерфи, не поможешь? Ой. Ушел. Всем известно, что после того, как СМИ объявили о новеньком в городе, у нас случился скачок преступности. По слухам, он хочет спустить в старом Детройте круглую сумму, и теперь каждая банда города рекламирует свои услуги. Его необходимо найти, пока ситуация совсем не вышла из-под контроля. Где будем искать? Наш лучший вариант — выяснить, не связывался ли он с горящими головами. Робот, для начала проверь зал игровых автоматов в центре города. Там в последнее время часто панки мелькают. Вас понял. Всем остальным не зевать. Вопросы? О Бриксе нет новостей. А что не так с Бриксом? Его со вчерашнего дня никто не видел. Дерьмово. Местонахождение офицера Брикса по-прежнему неизвестно. Он не выходил на связь ни с кем из нас уже более 24 часов. Эти два дела связаны. У нас нет причин так полагать. Но если кто-то выйдет на информатора Брикса, может выясниться что-то новое. На этом все. Займитесь делом. Начинай без меня, напарник. Мне еще отчет писать. И сначала нужно сделать еще кое-что. Так, куда? Покинуть участок? Машина готова, Роба. Покажи им всем. Так, хотите покинуть зону? Стороннее здание можно провалить. А, да? Так, может, с ней надо поговорить? Кровь в кишке еще куда не шло, но с рвота я возиться не стану. Будь другом, оттащи этого осла в камеру для пьяных. У тебя-то и перчатки специальные, и дополнительная защита. Тебе не страшно. Просто отнеси его вниз. Я у тебя в долгу, Мёрфи. О, нет, этот запах к тебе привязался. Меня сейчас тошнит. Это что, американские горки? Снова здорово. Просто брось его в любую пустую камеру. Я снова дома. Спокойной ночи. Так. Тут еще может быть квест. Сержанту Риду. Так, надо поговорить с офицером Рамирес, а потом уже уезжать. В чем заключается проблема? Мой дурацкий шкафчик не открывается. Попробуешь? Секундочку, откуда здесь вся эта хрень? Мы хотели, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Очень смешно, ребята, ха-ха. Так, а теперь все. Теперь основное задание.
Хочешь навести порядок в этом городе, да? Проще спалить его к чертовой матери. Поиск пепла. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone could steal our fire? Дерьмо! Отдай деньги, железка долбаная! Вам, копам, еще не надоело отравлять жизнь успешным предпринимателям? Эй, да вы эту хрень подкрутили! Это серьезное обвинение, парень! Кое-кто может подумать, что в моем престижном заведении нарушают закон. А я такое не позволяю, проваливай! Ты работаешь на пепла, говори, где он. У меня от вас, копов, скорее язва будет. Хватит расспрашивать про людей. Сокрытие информации может закончиться чем-то более серьезным, чем язва. Слушай, я занятой человек, я пошел к себе в офис. Давай-ка ты ко мне присоединишься, и мы поговорим. А хотя, ты этого сделать не можешь. Ведь ордера-то у тебя нет, я прав. Вот засранец. Возвращайся с ордером, коп. Изучение предметов. Осмотреть зал игровых автоматов. Так, сейчас посмотрим. Amazing colors, and there's not one but two of you. From now on, I promise I will cherish you. Секунду. Состояние твоего организма указывает на злоупотребление психоактивными веществами. Фига, настоящий TG лазер, такой блестящий, надо этого еще прикупить. Кто тебе продал наркотики? Мне не стоит говорить, но вы мой герой из телека. Окей, ладно. Их у любого сотрудника в зале игровых автоматов можно купить, если бабок хватит. Но у меня их вообще нет, но есть крутая идея. Мы вместе залезем в подвал. У них там целый склад всякого. Наркотики в подвале? Я с этим разберусь. Серьезно, вы поможете? Так, держать, Ти-Джей. Получен ордер на обыск. Знаете, что я заметил? Я заметил то, что диск из Робокопа, да, в компе, у него нагрузка... От 0 до 100% почему-то колеблется. Если хочешь сюда пройти, придется тебе железную дверь ломать. Это не проблема. Нарушение. Поэтому, видимо, игру так и дергает. Потому что резко 100%. Или все время 100%. Вот, видите, опять зависло. Это Робокоп! Бросайте оружие.
Так, а это что? Ё-моё. Слушайте, а может быть графику обратно поставить? Давайте я графику обратно поставлю. Может, в этом прикол? Так. Может быть, не надо было графику менять? Давайте эпическую поставим. Наверное, будет вообще жесть. Она вообще сейчас зависнет и все. Ой! Ой, нет. Стало еще хуже. Так, друзья, кажется, я все-таки нашел проблему, почему тормозит. Вроде бы диск успокоился, показывает 0,7%. Кажется, проблема была вот где. Заходим в настройки. Вот тут это было или вот это? Надо, короче, поставить, ну, хотя бы вот это. Я не знаю, что это. Мы ставим на производительность. Здесь, смотрите, я поставил, ну, не эпический, но все высокое, да? Применить. Ну, вот, смотрите, показывает 60 FPS. 60 кадров. Ну, четкость немножко уменьшилась. Видимо, это супер четкая картинка. О, все. Все, играем нормально. А, я знаете, про что забыл? У него же это... волна какая-то есть. Чуть более размытая картинка стала. Но зато играется нормально. Ну, я бы не сказал, что прям некрасиво выглядит. Более-менее нормально. Вроде бы. Так, ну, во всяком случае, теперь игра не заедает, не зависает. Так, буква С. Это он типа ослепляет, да? А, она долго восстанавливается, эта фигня, которая ослепляет. Это что? Попался. Так, надо починиться. Ток-ток. А что, никого? Открывай дверь, или пожалеешь. Как найти пепла? Если дело в этом... Заткнись, придурок. Хочешь отправиться в дом с призраками, как тот информатор? И не смей открывать дверь, или я тебя пристрелю. Будь по-вашему. Инженерия, 6-й уровень нужен.
требуется дедукция уровень 2. Поиск улик. Дом с призраками дальше по улице у железной дороги. Я решил пройти игру заново и прокачать дедукцию. Прокачивание дедукции ускорит прокачивание, скорость прокачивания робокопа и позволит с помощью, вот, к примеру, вот этого кода. Записка с паролем от сейфа позволит открыть сейф. А тут улики. Так, теперь сканируем. Следует дом с призраками. Так, все, вернуться на улицу. А дедукция прокачана на 4 уровне. Вот, смотрите, видите, на 4 уровне. Мерфи, это Рид. Ко мне в офис только что ворвался мэр Кузак. Похоже, у него племянницы украли машину. Найди машину, все остальное подождет. Для начала поспрашивай про нее в местных автомастерских. Для протокола, голубой SUX-6000 зарегистрирован на Мелиссу Кузак. Будучи офицером полиции, вы можете выписывать штрафы за такие проступки, как распитие алкоголя в общественных местах, нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения. Зажмите правую кнопку, чтобы включить зрение робокопа и найти нарушение. Нарушение стекло, время парковки. Некоторым нужно научиться следить за временем, и они перестанут терять деньги понапрасну. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Бусти. Ссылочки в описании. А если хотите задонатить, то это можно сделать по ссылке в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.